И еще о медицине. В Клину прошла областная конференция стоматологов. В рамках мероприятия первый зампред Мособлдумы Сергей Юдаков наградил лучших работников медокруга номер 7 благодарственными письмами. Двое из четырех награжденных – клинские специалисты. В рамках конференции главный стоматолог области рассказал о предстоящей программе модернизации, которая начнется с клинской стоматологии. О недовольстве пациентов качеством стоматологи знают только 1% стоматологов, а недовольство проявляют 20% пациентов. Поэтому это несоответствие, то есть симметричность информации нам нужно устранить, нам нужна точка ноль. И сегодня эта программа позволит нам получить эту точку ноль. В поликлинике появятся специальные анкеты, которые позволят собрать максимально полную информацию о качестве услуг. А чтобы оно было выше, в Клину проведут еще и централизацию стоматологической службы. Сегодня, скажем так, вот эти стоматологи, которые работают не в составе поликлиники, у них немножко хуже условия, у них хуже оснащение. Нет материальных стимулов в труде. Став составом нашей поликлиники, в итоге юридически, они будут работать уже по правилам нашей поликлиники. И все правила, которые распространяются на нас, будут распространяться на них. В том числе это стимулирующие выплаты, значит, материальная оплата труда у них увеличится, заинтересованность в труде в конечном результате. В работе конференции приняла участие и глава Клинского района. Алена Сокольская пожелала медикам творческого поиска и плодотворной работы, а также пригласила областных гостей не упустить возможность побывать на экскурсии в музей-заповеднике Чайковского.